и везде. Я буду с тобою, но где же ты, где? Много-много счастья, любви детей и все остальное, все, что есть. Все, что можно взять в этой жизни. Большой-большой любви и счастья. Будет счастье, будет все. Достатка семье. Денег много. Большой любви. Детишек побольше. Избавить
Ем шапку. Бәхетле булыгып. Майда имшак бар. Дивер матур яшар яшәргә язганнар бар. Бергә-бергә табан тамашалар. Эпе баба, эпе баба. Баба кем бу гурурак кобасы. Отпустить надо, отпустить, не ломайся, отпустить надо. Зубами, зубами. Кто больше откусит, тот голова семьи будет. Балаларым кіріп кетті. Ағанда мен жайға аппашыға кіріп кетті. За любовь! Передавайте, давайте. Оп. Вон же я налил вашу. Сейчас сок есть? Есть сок. Невеста вы преданная, которую мы купили? Да? Ой, красота! За сколько купили? Не говорят же это! За миллион! Очень дорого! Это не продается! За миллион! За миллион купили! Матур, я поздравляю моих детей с законным браком. Им здоровья, счастья. Чтоб любили друг друга. И нас, чтоб не забывали. Счастье. Йок, молодец, рахмат зурти. Мне шулай матур тип каршылағаныңыз үшін бізден сізге тоже шул молодым шулық тілекләр. И это зурти сізге рахмат. Айдай, қалалар. Thank you.
ваша семья. Сегодня, именно сегодня, 9 октября 2010 года, вы открываете в ворота новую жизнь. Посмотрите, пожалуйста, первые ворота у нас. Первые, подожди, Наиль, не тратит. Вот какой у нас жених нетерпеливый, Наиль. Первые ленточки у нас самая яркая, самая светлая. Я хочу, я думаю, все наши гости тоже желают вам, чтобы вы жили ярко. Отрезали первую ленточку, аплодисменты звучат. Идем дальше. Идем дальше. А вторая ленточка, как вы все видите, красного цвета. Друзья, что означает красный цвет? Стоп! Что? Стоп! Нет, не стоп! Стоп! Я уже вижу, что сотрудники ГАИ здесь у нас есть. Итак, что означает красный цвет? Кто знает? Наконец-то, посмотрите, поднимите, свидетели, поднимите высоко-высоко эту ленточку, чтобы все там увидели. Третья ленточка у нас белого цвета, как наша прекрасная сегодняшняя невеста, красавица Рейсан. Друзья, что означает белый цвет? Чистая душа. И еще чистая душа, правильно, еще. Нежность, еще. Друзья, все вы правильно сказали. Белый цвет обозначает чистоту и нежность. Поэтому, Наиль, ты как глава семьи открываешь, надеваешь третью ленточку, белую ленточку, чтобы вы жили чисто и нежно, и аплодисменты эти тоже вам. Не торопимся, остаемся на местах, потому что, друзья, вот именно сегодня, именно сейчас мы узнаем, по какой причине женится наш жених Наиль. Наиль, смотри, перед тобой три сердечки. Выбираешь одну из них, громко читаешь и говоришь, почему ты женишься. Которую выбираешь? Он женится по... нужде. Покажи, 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 покажи. Спасибо. Итак, сердечки выбираем. Айрат выбирает пока сердечки. Как уже я сегодня отметила, вы начинаете новую жизнь, и с сегодняшнего дня у вас начинается новая дорога. Посмотрите, перед вами три дороги, три пути. Первая из них – богатство и любовь. Второе – счастье и любовь. Третье – здоровье и любовь. Вот обратите внимание, друзья, везде присутствует слово «любовь», потому что любовь – это самое главное. Вы можете посоветоваться с супруги и должны выбрать одну из этих дорог. Богатство – любовь, счастье – любовь и здоровье – любовь. Куда? Которую дорогу вы? Все три? Значит, идем вперед! Аплодисменты эти звучат! Итак, стоп, друзья, посмотрите, вы прошли, в принципе, приличную дорогу, а перед вами стоят, вас встречают самые добрые, самые нужные люди, которые вас родили, во-первых, воспитали, во-вторых, и любят они вас по сей день, и будут любить вас вечно. Поэтому я предлагаю под аплодисментами сделать им поклон. Поклон родителям невесты. И поклон, конечно же, родителю мамочки Наиля. Вот так вот, друзья, новая семья, новая ячейка общества, семья Мусиных перед вами. Приветствуем всех гостей.